Витаю, джентльмены! Сегодня хочу выполнить сам и, естественно, предлагаю сделать вам вызов Джейсона Стейтхэма. Надеюсь, правильно произнес его фамилию. Челлендж достаточно интересный. Он, во-первых, короткий по времени. Во-вторых, он весьма интенсивный. И, в-третьих, для его выполнения понадобится всего лишь либо гиря, 16 килограмм, либо 15-килограммовая гантель. Я же взял, вон видите, стоит за спиной 24-ка. Собственно говоря, поэтому и приехал на свежий воздух, чтобы хватило кислорода. Сейчас сделаю легкую разминку по протоколу Табата. И вам тоже советую ей не пренебрегать. И не лезть на вызов Стейтхэма с нахрапа. Потому что... Я пробовал его с шестнариком, это было непросто, на мое удивление. Ну а с 24-кой это вообще трэш будет. Пишите в комментариях, какие фильмы этого актера вам нравятся больше всего. Я могу за себя сказать сразу, без матов. Большой куш, если без матов. А так он называется на букву С, одним словом, этот фильм. Вот он мне больше всего нравится из его фильмографии. Не забывайте писать комментарии. Комментарии поддерживают канал. Я вычитываю их, они поддерживают и меня. И у кого есть желание, ссылочки в описании. Можете либо оформить спонсорство на канал, либо же поддержать. Там всевозможные способы для этого есть. Ну а я перехожу сейчас к делу непосредственно. Включаю таймер Табата и сделаю простые упражнения, которые... Все сочленения в теле разомнут и помогут подготовить сердце к достаточно серьезному вызову. Погнали! Тяга одной рукой. Вот такое упражнение, на мой взгляд. 20 секунд. Снова работаем. Хорошо. Тяга к поясу, следом. Сейчас все немножечко разомнем и попробуем сделать. Я с вращением могу поделать, чтобы кисть размять. Мах коротенький такой. 3, 2, 1. Хорошо так разминает, вообще отлично. И другую сейчас руку. Рывочек сейчас.
поделаем. Сейчас интересное упражнение покажу. Закинули рывком и марш. Повыше колени. Оно кажется только легенькое. Но в табате тоже легко, всего 20 секунд. Но тянется крепко. И статика штука полезна. Сейчас немножко длинного цикла дадим, навалим. На другую руку. Да эта табата сама по себе может быть хорошим комплексом. В зале будут ноги задействованы, поэтому гоблет. Я вот держу, не прислоняю к себе локти и руки под 90 градусов. Еще немножко приседаний на спине. Сейчас дальше поймете, почему так. Подбородочку тягу. Плечики напампить. Подъем на носки. Икру немножко загрузить. Есть. Ну вот так.
хотите эту табату делайте в кругах, будет отлично. Но мы переходим к основной части, к основному сегодняшнему заданию. И это будет у нас вызов Джейсона Стейтхэма. Заключается он в следующем. Делаем 16 трастеров на одну руку и сразу же 16 жимов. Потом следом, не ставя снаряд, 16 трастеров на правую, ну или там меняйте местами их, и 16 жимов. К счастью, сегодня не так жарко, как могло бы быть. Я постараюсь финишем сделать этому комплексу. Ну короче, 24 это тяжело, но 32 это вообще было бы, наверное, заоблачная хрень. Потому что жим там строгий все-таки. Пардон. Фу. Это будет мяско сейчас. Кстати, я все продолжаю сохнуть. Не знаю, видно, пресс нет. Но уже нет живота, во всяком случае. И это радует. Солнце сейчас выйдет, засвечу пресс. Нужно... А, солнце не выйдет. Но это и радует. Потому что. Сейчас будет нереально. Тяжело. Ну что, попробуем сделать это дерьмо. Два разика еще. Восемь раз еще. Ну не поставил же вроде. Ах.
11. Дыхалка подкачал. Вот так. Не сделал. Хотя думал, что правой зайдет легче. Вот, бляха. Ладно. Это первый раз я пробовал с 24. Может, надо побольше отдохнуть после табата. Но выстегнуло вообще наглухо. Короче, походу 5 повторов не доделал. Пишите свои результаты. Можете просто суммой. Сколько суммы вы сделали? У меня получается 43 повтора. А надо... Не, подождите, 32, 43, да, надо 64. Что-то я наплужил. А, нет, у меня аж 32, и там еще потом 16 плюс 11. Короче, ушатался вообще в хламину сразу. Скажу, все тело в дело. Пробуйте. Причем правая рука у меня сильнее, чем левая, и она все равно не вывезла. Это просто жесть. Мяско еще то. Но я доволен. Недоволен, что не закрыл, но просто ушел куда-то вообще в астрал. До скорых встреч. Жду комменты. Пока-пока.